Дорогие харьковчане, я очень рада, что мне представилась возможность всех вас поздравить с наступающим 2015 годом. Но мне очень хочется, чтобы каждый из вас оставался прежде всего настоящим, достойным, надежным человеком, чтобы, невзирая ни на что, мы жили надеждой на лучшее, чтобы все наши планы, все наши помыслы обязательно сбывались самым наилучшим образом. Дети будут рождаться, молодые люди будут создавать семьи, старики будут передавать свой опыт. Это все называется жизнью. И я желаю каждому из вас и всем харьковчанам и гостям нашего города, чтобы эта жизнь была как можно лучше, как можно приятнее, как можно комфортнее. С новым 2015 годом!